Геннадий Труханов заговорил по-украински. Впервые за две каденции в должности городского головы мэр начал вести сессию на государственном языке. Но все дальнейшие обсуждения вопросов вел все-таки по-русски. Возможная причина таких трансформаций – проект решения об изменениях в регламенте. В частности, предложение вести собрание по-украински. Но вопрос исключили из повестки дня. Шановні депутати, прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Зареєструвалось 54 депутатів.